Здравствуйте! Сегодня я приготовлю замечательную закуску – хоровод. Мне потребуются кабачки, зелень, лук, соль, перец, сахар, томатная паста, отварная курица, соленые огурцы, маринованные грибы, яйца и мука. Первым делом мы нарезаем кружочками кабачки. Взбиваем яйца с солью и с перцем. Нагреем сковородку с растительным маслом. Кабачки обваливаем в муке, а потом в яйцах. И обжариваем на сковороде с двух сторон. Чтобы кабачки не подгорели, мы стараемся жарить их на маленьком огне. Обжаренные кабачки перекладываем на тарелку. Нарезаем лук и обжариваем на масле. Пока лук жарится, освободим курицу от костей. Огурцы очистим от шкурки. Лук слегка подрумянился, и можно добавить томатную пасту и ложечку сахара. Тщательно перемешиваем и продолжаем жарить. Курицу и огурцы кладем в мясорубку. Поджарочку и грибы также пропускаем через мясорубку. В полученную массу добавляем измельченный чеснок и майонез. Тщательно перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем на блюдо кабачки и поверх кладем пасту. Украшаем соленым огурцом, можно и свежим. Вот такая закуска может стать вкусным дополнением для вашего праздничного стола. Приятного аппетита!